Кукайф, ребята, меня зовут Рисман, и сегодня я вам расскажу, как скрафтить джетпэк в Майнкрафте без каких-либо модов. Ну что ж, давайте начнем. Для начала нам необходимо установить командный блок, открыть его и вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео. Также напоминаю, что команда работает только на версии Майнкрафта 1.9 и выше, ну и конечно же на ее снапшотах. Ну что ж, отлично, наша машина построилась. Это нам больше не пригодится. Тут имеется несколько табличек, но сейчас я вам все расскажу, они нам не пригодятся. Сначала нам необходимо скрафтить наш джетпэк. Для его крафта потребуется 4 железных блока и 16 фаерболов. Скидываем в одно место, и у нас вот таким вот образом скрафтился джетпэк. Но если мы его оденем, он у нас не летит. Для того, чтобы он у нас летел, необходимо его заправить. Что ж, давайте возьмем для этого несколько ведер лавы и самые обычные блоки угля. Теперь мы приступим к крафту нашего топлива. Для этого скидываем одно ведро лавы и, конечно же, наш уголек. И со взрывом у нас крафтятся наши ведра с топливом. Ну, думаю, их столько, в принципе, хватит. Их особо много не надо. Давайте сейчас попробуем заправить наш джетпэк. Для этого мы берем наш джетпэк, скидываем его и кидаем в него наше топливо. Раздается звук того, как он его пьет. Отлично. Наш джетпэк заправлен полностью. Нам написали, что он полный. И теперь мы можем приступить к полету. Что ж, давайте я вам покажу, что это все работает без креатива. Выключу гейм-мод и попробую взлететь. Просто так мы не взлетим, но если мы будем смотреть под себя, мы начнем набирать высоту. И наш джетпэк завелся, и мы начали набирать высоту. Теперь я просто могу нажать V. И расслабиться, и наслаждаться нашим полетом. Я летаю как будто бы в креативе. Сейчас я вам покажу от третьего лица, что со мной происходит. У меня расправились вот такие вот крылья с двигателем. И сзади меня остается вот такой вот след. Конечно, приземляться я еще особо не научился. Но, в принципе, управлять этой махиной довольно несложно. Но, как видите, я уже приземляться научился. Снова встаем, смотрим под себя. Наш джетпэк сейчас заведется. Бывает не с первого раза. Он нас завелся, и мы теперь летим. И снова направляемся. И мы полетели. Также мы можем выполнять какие-либо фигуры высшего пилотажа. Можем зажать Shift, и тогда мы будем лететь немножечко ровнее. Но в то же время дольше, я так понимаю. И можем вот так вот переворачиваться в воздухе. Что ж, давайте попробуем снова приземлиться. Также вы можете приземляться в воду. Воду, да. И так. О, отлично, я приземлился, и все мягко, и без каких-либо проблем. Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась команда, обязательно ставьте лайк. И пишите в комментарии, что бы вы еще хотели видеть в Майнкрафте без модов. Ну а с вами был Рик.